Среди участников встречи молодые предприниматели разных сфер деятельности. Это и бухгалтерский консалтинг, и другие услуги частным клиентам и бизнесу. Чтобы открыть свое дело в такое нелегкое для экономики время, нужно иметь недюжинную смелость. На сегодняшний день общее количество малых и средних предприятий в нашем регионе пусть и не критично, но снизилось. Периодически такие волны бывают. В этом году есть сокращения, да, мы это видим. Вот сокращения связаны, наверное, все-таки с тем, что люди, кто-то закрыл свой бизнес. Это вы видите и по предприятиям общественного питания, некоторые кафе закрылись. Это связано с перераспределением рынков и, с отсутствием работников. Многие предприятия вот после пандемии не смогли найти работников и не смогли восстановиться. Сохранить и усилить позиции своего бизнеса сегодня помогает государство. Среди доступных мер поддержки – государственные льготы, региональные программы для снижения налоговой нагрузки, а также помощь институтов развития.